Приветствую вас, и надо сказать, что именно безусловная любовь, она бывает действительно не так часто, как они сейчас говорят. Это, конечно же, любовь родительская, это дружба, то есть настоящий друг принимает своего друга таким, как он есть, со всеми его недостатками и минусами. Но таких друзей всего лишь 1-2 человека. Безусловная любовь — это когда любимый человек любит тебя и любит, безусловно, опять-таки, таким, какой он есть. Но такая любовь встречается также достаточно редко. Что касается всего остального мира, то здесь, безусловно, это утверждение несправедливо. И момент здесь в том, что родители любят ребенка, чтобы он любил себя. Любовь к себе дает уверенность в себе. А уверенность в себе позволяет идти по жизни прямо, невзирая на мнение других людей. И удовлетворив потребность в любви ребенка, вы дадите ему возможность любя себя, любить других людей, своих близких. А благодаря уверенности в том, что он этой любви достоин, что он уважения достоин, он будет вызывать восхищение у других тем, что станет совершать такие поступки, которые он считает правильным, он считает верным, и которые бы находили отклик у людей. Не у всех людей, у какой-то части, но тем не менее. То есть никто не говорит о том, что общество принимает человека безусловно и любит его. Также оно любит его за какие-то естественные качества. Но эти качества человеку нужно еще в себе воспитать. А чтобы воспитать эти качества в себе, ну, не простите говоря, к чему-то стремиться. А чтобы к чему-то стремиться, нужна база, нужен фундамент. И этот фундамент и есть любовь родителей. Любовь безусловная. Любовь искренняя, чистая. Вот примерно так обстоят дела. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше.